О, я вижу, ребята, смотрите, пиццерия горит. Да ты задрал, а? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, вас обескровник, Стим Куёка, Серега, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, всем лички. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас 5 ночей с пони и рубрика «Охранники пугают аниматроников». Погнали. Ого, здесь дерьма на стенах. У нас что, не выпускает, не впускает на офис наш? Давай его замучим. Нет, не простреливается. Да что ж я себя убью? О, а как ты его убил? Открывай, закрывай. Закрывай. Так, ребята, ну что, попали мы в наш офис. Он тут нам все вымазал, будешь полы мыть, ты понял? А ну впусти. Давай, не, впусти нет. Меня. Нет. Теперь бей только когда видишь нас. Через стены не бей, это нечестно. Аниматроники так не умеют убивать. А у меня аниматроники под спинами. Ребята, напишите в комментариях, какой аниматроник самый ваш любимый. Мой любимый пока есть что? Лефти, который идет на работу в пиццерии. Серега, что там у нас сегодня? Тихо, нету. Нету, давай чекаем, чекаем, ребятушки. Затем так, еще. Нету. Ой, Серега, я знаю, что надо сделать. Что? Надо, короче, пойти и выключить свет. Там есть генератор, и будет на карте выключенный свет. Это будет, конечно, жопа. Давай, короче, я выйду. Ой. Ха-ха, я сразу зак... А, вот так значит. Ах ты негодяй. Ребята, будьте осторожны. Не наш ты. Ого, вот там мочило. Я, кажется, понял, где Димас, он в подвале сидит. Дима, он за тобой вышел. Ну что, ты идешь? А, Дима, я тебя по камерам вижу. Повернись налево. Да не, сейчас, а. Привет. Блин, Серега, да ты пока меня отвлекал, он меня убил. У нас сегодня охранник, да я понял, ну прикольно получилось. Включите свет, я ничего не вижу. Нет, на этой... Серега, он опять меня убил. Пацаны, чтобы он нас не видел, подрубайте ночной режим. Я найду тебя, Куёка. Я буду спамить, я найду тебя. Дима? Да, блин. Молодец, Серега. Ну что, аниматроник? Ты чё же, не такой деловой? Молодец. Ой. Серега, мы с тобой сегодня пси... Блин, так сальтуху запилил красиво. Два дебила, это сила. Ну, а три вообще конец. Так. Серега, да. Выходи на улицу, покажем подписчикам, какая здесь крутая улица есть. Мы обесточили сегодня эту пиццерию, ну, пиццерия очень крутая. Ты чё? Нельзя за нами бегать, сегодня мы мочим. О, тут столики, улица, прям круто все сделано. Тут, смотри, тут вентиляция есть. Да-да-да, идем. Куда она приведет, как ты думаешь? Не знаю. Тайную да. комнату Гарри О, Поттера. Тут бомжи, что ли, живут? Нифига себе. И чё, и всё? Так вот, где фиолетовый человек жил. Бомжара, что ли, был? Да. Так, выходим, да? Ничего здесь нету. Да. На тебе. Ну, он тут был, он поджидал. Ждал нас, да? Поджидал. Я вижу кровавый понос тут. А я люблю поджидать, я ведь... Кровавые поносты? Ты Куёка! Давай, иди. Пацаны! Я за вас отомстил, но все нормально. Ой. Серега, я тебя в мастерской жду. Заходим в мастерскую, зашкеримся тут. Будем здесь, короче, обороняться от злого аниматроника. Закрой калитку, ты не имеешь права. Сюда разрешено только моим пацанам заходить. А я еще. Ну давай, заходи. Ты не пацан, ты аниматроник.
Значит, режим активирован. Да, с фонариком палевно ходить, он видит нас. Натяг башку, Калима. А больше ничего не могу взять, я понял. Я слышу, он за дверью. Серега, я слышу. Только на правую кнопку мыши не стреляй, а то мы опять сольемся. Угоден выстрел, Серега. У тебя такая дырочка маленькая, у меня здоровенная. У тебя наоборот, знаешь, Дима, я вот вижу, у тебя маленькая, а у меня большая. А, на ролике видишь, что наоборот, у меня здоровенная, а у тебя тотечка. Ты дурак, что... Я убил его. Я убил его? Успел? Я убил. А, ты убил. Это я. Ай, Серега, он мне мстит теперь за нас. Серега, знаешь, что давай возьмем? Откуда? Да. Пригвоздите, давай его пригвоздим и будем угорать с него. Давай. Сейчас я тоже возьму. Где ты, подлец? Этакий. Угомонитесь. Так, пацаны. У меня тут самое преимущество, я уже 30 убил. А, камеру не могу клавать. А, не могу, могу. А потом в конце ролика подведем итоги, кто победил. Конечно, мы. Серега, я в офисе. Может пойти свет включить? А, Дима, он сейчас это телепортируется к тебе. Аккуратнее. Нельзя, нельзя, нельзя. Спину смотри, спину смотри. Где он? Серега, чекай внимательно. Спасибо за подсказку. Дима, открой правую дверь. Да блин, я его увидел морду вонючую. Он взял аниматроника, которому пофиг на гвозди, Дим. Да? Да. Ах ты гвоздодёр! Серега, выносим его тогда. Раз он не понимает по-хорошему. Я с тобой хотел по-нормальному, а ты как тварь. Так, я по-близки играю всегда. Ай. Ого, там что творится? Поломайте всю пиццерию. А на меня будете все-таки действовать. Я ходить в обычном... Опять Кьёка лезет, а, обстоятельства. Ну Кьёка, ну что ты? Блин, ну меня ж не убей только. Да, я не буду тебя убивать. Так, я на улице. Где он? Ищи меня в пиццерии. Так. На крысичах сидит. На крясичах? Крысичах. Так. А, я не могу нажать кнопку. А кто в тумбочке? Так. Чё, свет включился, пацаны? А, у меня... Ой, блин! Да ё-моё! Кого вижу, в того и стреляю. Ну что ж такое? Дорога, это я! А я, это я. Ага. Блин, ну он какой-то сегодня жесткий. Надо наказать его по-крупному, Дима. И я его сейчас накажу. Знаешь как? Как? А ты мне... Нет, сожгу. О, давай его сжечь, точно. Ты огнемет берешь? Нет, другое. А что ты берешь? Напалм. Напалм? Ракета? Да. Серег, может не на... Напалм. О, я вижу никнейм, но не вижу самого персонажа. Я не знаю, где он, не знаю, где это. А, еще надо... Ой. А как? А сквозь стены нельзя убивать. Я открыл. Я вообще-то за стену. Да, ты шо? Дима, да. Я советую тебе выйти из пиццерии. Все, Серега, выхожу. Давай, поджигай. О, убил ладно. Нашего. О, я вижу, ребята, смотрите, пиццерия горит. Да ты задрал, а? Ой-о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 й, Сережа. А где Серега? Все горят. Я успел на улицу. Да ты задрал, ты смотри, хорош, успокойся. Я вообще не успокоюсь. На спауне ой. Мочишь. Так, Серега, на спауне ты... Ого-го-го-го-го-го-го. У нас тут Серега начал летать. Да он правильно и делает. Тут надо только вот так взрывать вас. Нормально, нет, нормально. Слабенько. Может помощнее. Ага. Чтоб это аниматроники до такой степени опускали. Ну давай, давай. Покажи, на что ты способен. Что сейчас будет? Атомная бомба. Не-не-не, он не будет атомную бомбу взрывать. Он будет ядерную бомбу взрывать. Ух ты! Дима, прости обстоятельства. Ты задрал своими обстоятельствами. Короче, вхожу Дима в спину, и поверху такой, мать Дима, отсюда все тебе. Дим, да, тут... А, фу, я не
Вы задрали. Задрал, убиваю. Тогда. Все. Сейчас. Я зашкерился. Никого не впускаю, никого не выпускаю. Так, че камеры не клацаются? Да как ты меня убил? Я со спины. Как была дверь закрыта была? Как ты зашел? Я со спины, я ведь это... Смотри. Что ты? А, он сквозь двери прошел, да? Да. А, ну все, читер. Через двери нельзя проходить, потому что я сейчас возьму реально жесткое оружие и буду очень сильно наказывать тебя. Ой. Так-то поймать не можешь, только нечестным способом, да? Сыкун вонючий. Вот так, ну, что, Дима, понеслась. Давай. Ой-ой-ой. Не вылетит, не? Ну, вроде бы как нормально. Ты мне идёшь с компьютера. Зато процессор плавится, да? Ну. Ой-ой-ой, у меня эффект... Эффекта взрывов нету чё-то. Я даже возрождаться не буду, я полежу, просто отдохну. Ого, я так быстро умираю. Эй, вы где тут? Так, я вас потерял. Так, Масаби скромнику мало, видимо. На. Ой-ой-ой. Вот это было оно, Серега, меня аж ослепило. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. У нас всем отличного настроения и постоянные ролики. Еще.